Ну, скажем, вчера и я тоже был на демонстрации. Там было очень много людей в Тель-Авиве. И просто я почувствовал, что это действительно не фестиваль. Там не было приятно ходить между всеми этими десятками, сотнями тысяч людей. И мы видели, что люди пришли, потому что желают изменения. И когда я хожу там, я понимаю, что вот это изменение невозможно без социальной справедливости, без того, чтобы было взаимное поручительство. Невозможно выполнить все эти требования. Вот это называется объединение рож и гуф, головы и тела. Это называется намерение. Я там хожу с такими намерениями, а все остальные тоже с мыслями об изменении. И я партнером, я тоже готов участвовать в любой демонстрации, потому что мне не достает тех же самых вещей, что и им. Да, но только ты понимаешь, что это возможно при условии, что мы объединимся. Да, их требования верны. Да, я не говорю, что не верны. Проблема только, как реализовать. Ну да, я тоже могу с ними объединиться. Да, я тоже понимаю, что решение не ясно. То есть вот то, что народ чувствует, вот это называется объединение. Да, вот это называется объединение. Но мы им должны показать, как надо реализовать правильно, удачно. Что это в соответствии с законами природы, только если будет установлено взаимное поручительство.